Всем приветики. Пришли ко мне из Китая с Алиэкспресса в обычном простом пакете, почтовом, без ничего. Такие вот инструменты для велосипеда. Как они тут открываются? Здесь какой-то номер непонятный. Видимо, дата изготовления. Кстати, недавно изготовлено. Так, Kenway. Excellent. Professional. Bicycle Tools. Профессиональные инструменты для велосипеда. Made in China. И они нужны для того, чтобы снимать шины с велосипеда. Вот он велосипедист ездит. Ну, а это такие лопаточки, которые подковыривают так шину, когда она спущена, и цепляются за колесо. И таких 3 штуки получается. И там были пластмассовые, но я взял железные, потому что пластмасса, мне кажется, быстро сломается. Хотя она какая-то поцарапанная. Кау. Это вот... Или это просто краска слазит? Да, это просто с нее краска слазит. У меня пальцы, он уже в краске. Он уже блестяшки на пальцах. Ну вот, получается, когда снимаешь колесо. Ну, оно сейчас у меня накачанное, пока не буду снимать. Нет смысла, но пока что нормально, хорошо держится. Но если снимать как бы покрышку, чтобы заменить камеру, то тогда, когда колесо спущено, покрышка спущена, вставляется туда, подковыривается, вставляется лопатка эта, поднимается и цепляется за спицу. А затем дальше тоже подковыривается, поднимается, цепляется за спицу. Ну и так вот по всему периметру как бы делается, подковыривается, цепляется. Хотя, наверное, лучше, я не знаю, как-то оно так странно получается. Слишком большой, ну, большая длина для подковыривания. А, лол, я, наверное, не так делал. Вот так подковыриваешь, цепляешь. То есть, получается, таким вот образом подковыриваешь. Такой стороной вставляешь туда внутрь. Находишь там отверстие. Ну, внедряешь туда, короче, приподнимаешь, цепляешь за спицу. Одну здесь уже... Ну, первую будет тяжело вставить, но когда уже будет немножко приподнято, вставляешь рядом вторую, подковыриваешь, цепляешь, и она держится. И потом третью таким же образом. Главное вот такую вот брать и подковыривать, и зацепить. А когда уже здесь более-менее снято, высовываешь и дальше, ну и так по кругу, и всю покрышку снимаешь, а дальше... Достаешь резину, ну, если ее там проткнул или что, и меняешь. Ну, вот так вот они и работают. Просто сейчас они мне пока что не надо, но вот как-то было время, что у меня это колесо, которое я сейчас показывал, переднее, оно частенько спускалось. Я уже хотел разбирать его и менять, ну, камеру. Но это, я так подумал, что тяжело будет без этих лопаток, решил... Закажу-ка я их. Ну и вот они пришли. Ну, как раз таки, пока что с колесом все хорошо, оно нормально. Пока что даже не спускает. Вот то его часто спускал, а то вообще не спускает. Не спускает, но не так сильно, как раньше. Так я решил, что пока что не буду трогать. Но вообще удобно. Типа вставил в колесо, вот типа покрышка. Туда воткнул, приподнял, зацепил следующую. И так по кругу. Ну, вообще удобная вещь. Вот такой вот инструментик. Ну, на этом все. Всем покедова.